Всем привет! Сегодня 5 февраля. И вот такая у нас погода прекрасная. Плюс 18. На солнце, наверное, до плюс 20 уже. Тепло. И мы идем сегодня снимать один интересный район в Будве. Старый, югославский. Сейчас посмотрите, что там есть интересного. Итак, вот этот район. Это улица жертв фашизма. Вот здесь он находится. Сейчас мы пойдем туда, во дворы, внутрь, ходить все, смотреть. Это очень такая старая застройка. Одна из первых таких в Будве. Так. Ну, наверное, пройдем мы вот оттуда. Вот этот комплекс построен на самом деле треугольником. Сейчас показываю карту, там это видно. Такой дворик, вон там кафана, сидят дедушки. Здесь очень много разных проходов, даже не знаю, как пойти. Вот давайте отсюда. Это вход в квартиры, кажется. Ну да, здесь вот старенький такой домофон, и ни одной фамилии не написано почему-то. Так, и вот мы попадаем на такую вот узкую улочку, которая на самом деле не улочка, просто проход между домами. А вон там такой вот балкон-переход из одного корпуса в другой. Здесь находятся какие-то офисы разные. Комиссара тут раньше была, сейчас нету. Вот тут с территории вообще ничего не сделано. Какие-то сараи. Вот интересное сооружение. Что там раньше было? Здесь еще одна кафана, там сидят местные жители. Вот так здесь организован водоотвод. Дренажный. Посередине сделан желоб, и сюда все уходит в канализацию вода. Вон там дворики, куда мы еще зайдем. Смотрите, какие фонари. Дизайнерские, они с тех времен еще. Вот ничего особенного, просто труба и вот такой шарик, вот такой формы, чуть-чуть овальный.
Вот такое раньше было благоустройство. У многих на первом этаже вот такие вот свои дворики отгорожены. Но вот здесь ничего нету, а вот с этой стороны тут садики разводят. Дома очень старые. Но выглядит район, тем не менее, очень интересный и атмосферный. Вот здесь футбольная и волейбольная площадка, что не есть, конечно, очень хорошо, прям под окнами она. И вот что интересно, вот такие вот бетонные сооружения перголы. И за ними вот проходы в другие дворы. Там еще проход, но тут уже вот этот район кончается, и там видно, что уже строят новые дома. Вот такой вот декор. Странное дерево со странными чьи плодами, чьи цветами, чьи еще что. Пахнет свежепостиранным бельем. Вот там была открытая дверь, но снимать не стал, там прям видно кухня, сидит тетенька, курит. Вот еще одна пергола. А вот здесь мы уже подходим к концу этого небольшого района. Он таким клином сходится к улице Пролетарская. Сейчас мы до туда дойдем. А это что у нас такое? А что это такое? Похоже на какие-то перцы. Вот еще одна площадка волейбольная, уже старенькая совсем.
смотрите, как раньше классно делали. Тут ничего особенного. Но, тем не менее, это создает такую интересную атмосферу. Да, здесь бы, конечно, заняться благоустройством. С дорогами здесь не все так гладко. Так, ну вот уже все. Вот это конец. Вот там улица Пролетарская. А вот сюда. Сейчас пойдем сюда посмотрим. Вот огромный новый дом. Вырастает целый комплекс. Так, а здесь у нас вот так, да? Здесь вход в дом. Так, а здесь лестница вот на улицу. Сейчас мы здесь выйдем, и там еще должен быть спуск. Ага, вот здесь есть. Так, это мы вышли с той стороны этого прохода Пиргова. Так, еще одна арочка, еще один проход. Здесь входы в квартиры. Так, а это мы вышли опять к футбольной площадке, только вот с этой стороны. Вот оттуда пришли. И еще один проходик. Все в граффити. И снова вышли мы на Пролетарскую улицу. Вот, а здесь голубятня есть. В таком вот месте. А там под улицей гаражи сделаны, кстати. Идем дальше. Нам туда.
здесь дровишки хранятся. С этой стороны, с этой. Здесь входы, квартиры. Да, все такое старенькое-старенькое. Вот счетчики прямо на улице моргают. Дети все расписали здесь. Вот здесь такие вот организованные лавочки для посиделок. О, а здесь, смотри, как интересно. Тут тоже вот такая вот идет лавочка. Такая вот драцена обалденная. И внутренний двор. Балконы, лоджии вообще офигенские. Огромные. И здесь снова выход на улицы. На центральные. Здесь березка. Так, вон там мы уже проходили. Райончик совершенно небольшой. Ну, какая же здесь атмосфера классная. Я бы хотел бы здесь жить. Вот если все эти дома отреставрировать, все здесь сделать, благоустройство новое, это можно было бы сделать из этого элитный район. Вот такие вот входы в квартиры, это видно, которые на первом этаже. А здесь... Так вот выглядит подъезд. И попадаем еще в один дворик. Вот что осталось от скамеечек. Вот и не нужно машине времени. Пройдя совсем немножко, вы очудитесь где-то... Вот какого это года, интересно, все постройки? 70-е. Вот тут загорает мачка. Боится. Здесь тоже, кстати, вот внутренние дворики такие вот. Что тут лает-то? А вот. Тут уже дома новые. Да, жаль.
такой район маленький. Но несмотря на это, здесь приятно всегда пройтись, прогуляться. Если надо по делам, то вот через этот райончик. Вот сделали кружочек и снова вышли на улицу жертв фашизма. Маловато что-то будет, да? Поэтому мы сейчас перейдем дорогу и посмотрим еще дворы вот у этих домов, они тоже старые. Сейчас будем искать проход во двор. Ну, у этих домов как таковых дворов нету. Тут вот так все выглядит. Еще для вас дворики. И вот такую вот ужасную помоину. Дренажный канал ММ Маркет. Это где такой? И что это? Вот сколько живу в Будве, а здесь еще ни разу не был. Какие интересные тоже здесь выходы из приземельных этажей. Так вот сверху на старый дом надстраивают новые этажи. Тут частные дворики. Попробуем сюда. Иногда в Будве попадаешь в такие места, что кажется, что ты и не в Будве. Несмотря на
свой размер и кажущуюся такую однообразность, очень многогранный город. А вот, дорогие мои, угадайте, что это у нас такое зацвело. Магнолия. Скоро все будет в цветах. Вон сколько почек огромных таких. Идем дальше. Любители красного. А вот здесь проходик. Люблю я всякие проходики и арочки. Вот посмотрим. Так, здесь вход в квартиры. Судя по всему, это тоже квартира. И вот эта квартира. А вон там вот такие балконы. Да, там темновато, конечно. И наверху такая громадная драцена растет. Лесенку делают, видно, надстроят, и будет еще одна комната там. Вот какой микродворик. Вот сделали еще один кружок и вышли на Топольский порт. Здесь концерт. Так, ладно, идем обратно. Очень много пальм в этом дворе.
Excuse me. Вот тут же еще вот эти дома стоят, такие же югославские. Да. И там дворик. Да. Хочу еще. Такая уютная кафешка. Я ее ни разу не видел. Она только со двора, с улицы ее нет. Так, а здесь вот так вот. Везде сделаны вот такие пандусы для колясок. Это хорошо. Здесь сквозные проходы тоже. Это вот эти домики, которые видны с нашего окна. Как называется это дерево? Кто знает, напишите в комментариях. Или позвоните, скажите хотя бы. Классное. Такое мягкое-мягкое. Ну вот и все. Назовем это первой частью путешествия в Югославию, в Будве, не выходя из Будвы, не выезжая. Проходим через эту арочку и снова очудимся в современном мире. Ну все, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть. В ближайшее время покажу еще что-нибудь интересненькое.